Договоренности между Москвой и Вашингтоном по Сирии теперь находятся под вопросом. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин по окончании экстренного заседания Совета безопасности ООН. Отмечу, что встреча была созвана по инициативе России. Министерство обороны Федерации обвинило международную коалицию, возглавляемую США, в том, что она нанесла удары по позициям сирийской армии у аэропорта Дейр-эс-Зор. А в результате погибли 62 военнослужащих, около 100 получили ранения. Позже американские власти заявили, что авиаудар был нанесен по ошибке. Антитеррористические силы перепутали правительственную армию с ТИГИЛ.